Безобразием назвал Дмитрий Медведев распределение государственных средств под конец года. Об этом он заявил сегодня в ходе совещания по эффективности расходования бюджета. Премьер резко раскритиковал бюджетное планирование и назвал его низкокачественным. Также Медведев отметил, что уровень исполнения расходов главного финансового документа страны по итогам 2015-го стал самым низким за последние 3 года. На протяжении ряда лет бюджетные ассигнования распределяются лишь в конце года. Это просто вообще безобразие. Меня, вот я когда получаю эти бумаги, там где-то в конце декабря месяца, ну просто хочется позвонить и принять кадровые решения в отношении тех структур, которые их долго готовили и вносили. Мы же понимаем, что это такое. Это просто непрофинансированные обязательства. В конце года лавиной, значит, все это вываливают в правительство. И потом мы вынуждены принимать такие решения. Это безобразие. Если что-то подобное в этом году повторится, а год действительно очень сложный, очевидно, что дисциплинарная ответственность наступит для всех, кто таким образом готовил документы, вне зависимости от чинов и званий. Дмитрий Медведев подчеркнул, что основная проблема заключается не в том, что бюджетных средств не хватает. По словам премьера, главное все делать вовремя.